Hej, вы на канале Magic Family. Жми красную кнопочку подписаться внизу. Нажал, а теперь жми колокольчик. Говори, Мишель. Иван, она еще не умеет толком говорить. Колокольчик, чтобы смотреть наше видео первым. Но вчера она все сказала в конце. Это было вчера. Сегодня наш приветик из видео и видеосигна для Алены Котельниковой. Ю-ху-ху! Привет, Алена! Если хочешь такую же видеосигну и привет от нас из видео, репости закреп с этим видео с моей страницы ВКонтакте или из нашей группы. Вот и все. Все просто. Случайный человек получит от нас привет и видеосигнал. Эйвен, мама ушла? Да, теперь точно ушла. Ой, ну отлично, наконец-то будем играть, отдыхать. Не будем же мы на самом деле учить ее разговаривать. Мы обещали своим подписчикам научить ее. Ты маме обещала тоже. Ой, ну ладно, давай научим ее говорить три слова и хватит. Будем. Ладно. Мишель, хватит нам мычать себе под нос. Иди сюда, будем учиться говорить. Так, Миш, помолчи. Мне кажется, или она уже что-то сказала? Да, Иван, она сказала. Так, где мой старый буквально? Столько книг, какая же из них-то тут? Сейчас будем начинать. Вот он. Так, открываем. Давай, Эйвен, ищи буква. Да я ищу. Мишель, мы гордимся быть твоими учителями. Ты думаешь, она поняла? Пошли уже, Эйвен. Пойдем, Мишель. Что она там бурчит опять? Позови ее, Эйвен. Не хочу потратить весь день. Да-да, давай, Мишель, садись. Давай, читай книгу, Мишель. Давай, читай. Иди, буква А. Может, аудиобукварь попробовать, чтобы со звуками? Миша. Так, где тут слово Миша, ищи. Тут нет такого слова. Миша. Я понял, она просто говорит свое имя. Она сказала лайк. Точно, она сказала лайк. Я поняла, она говорит заученные слова. Миша, лайк. Миша, лайк. Миша, лайк. У меня есть идея. Миша. Смотри, Миша, это четыре буквы. М, И, Ша и А. Ты поняла? Все это бесполезно, Эйвен. Ты слушаешь меня вообще, а, Миша? Ладно, давай другие буквы попробуем. Можно говорить с открытым ртом, как двуногие, вот так. А можно закрытым, как мы. Эйвен, у меня идея получше. Пойдем. Пойдем, Мишель, пошли. Лучшая учеба – это практика. Мы будем показывать ей предметы и учить их называть. Вот начнем с зайца. Это кролик. Миша, это заяц. Кролик. Так, погоди, давай еще раз. Что это, Мишель? Лайк. Так, смотри, Миша, это ежик. Ежик. Ты Миша, а это ежик, поняла? Скажи. Ежик, ежик. Лайк. Неправильно, Миша. Что это такое? Говори. Это же просто ежик, ежик. Миш, ну скажи ежик, а? Лайк. Попробуем мячик. Это мячик. А это ежик. Мячик, ежик. С мячиком все собаки играют в мячик. Говори, мячик. Лайк. Миш, ну ты что, издеваешься что ли над нами? Да. Мороженое, кролик, мячик. Мороженое. Лайк. Миша, это косточка. Все собаки знают, что такое косточка. Косточка. Лайк. Блин. 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 Нет, Миша, это не блин, это косточка. Блин, мы научили ее говорить блин. 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 Нет, Миша, не говори это слово. По крайней мере, она уже знает три слова. Так, раз она хорошо обучается на повторении, попробуем по-другому. Сейчас компьютер будет говорить, а Миша будет повторять. Миша, ты поняла? Давайте, начинаем. Привет, меня зовут Миша, я собака чихуахуа. Нет, Миша, стой, это не мама, это компьютер. Давай другое, давай еще разок. Привет, я Миша, и я говорящая чихуахуа. Мне кажется, это слишком много слов для нее. Миша, ты умеешь говорить, я внушаю тебе, ты говоришь, встань и говори, встань и говори, Миша, встань и говори. Миша, встань и говори, встань и говори, Миша, встань и говори. Это говорить умело получается. Обманула нас, а мы как дураки. Да нет, Сашель, это волшебный компьютер. Ну, не знаю. Кстати, Миша, в честь Дня Святого Валентина тебе от меня сердечко. Лайк. Ну и вообще, я хотела тебе сказать, что ты очень красивая девушка. Вот. Только с одной расстался, а уже другой нашел. Надоели вы мне все. Мам, 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 наконец-то ты пришла. Молодцы, мы научили Мишу говорить. Детки, мы научили, молодцы. Мама, Миша говорит. Ну вы даете, так быстро, молодцы. Все молодцы. А я на вас на шаху, между прочим, вообще обиделась. Софиш, ты чего? Что... Ты куда? Потому что ты тоже хорошая, Софиша, ты тоже молодец. Миш, давай, говори. А на канале Animagic веселое видео. Ваши комментарии и в реальной жизни. Ссылка внизу. Жми кружочки и смотри еще ролики. И ставь лайк, я слежу за тобой.